Всех приветствую, друзья, это канал «Веселый инженер», меня зовут Андрей, и в этом выпуске мы поговорим и порассуждаем, что же важнее, теория или практика. Часто на предприятии, наверное, на котором ты работаешь, ты слышал такую поговорку, что теория без практики мертва. А жива ли практика без теории? Сегодня разберемся, не переключайся. Погнали! Итак, так как мой канал посвящен машиностроению, я буду говорить про металлообработку, про машиностроение и про различные производственные процессы. Но думаю, вот эти знания, которые вы получите из данного ролика, ну как назвать знания, это мои наблюдения из многолетнего, более 17 лет, я уже работаю на производстве, опыта, обучения, так сказать, практических каких-то знаний. Я думаю, что вам будет что подчерпнуть. Итак. Давайте начнем с того, что такое теория. Многие считают, что теория – это какие-то книжки, это какие-то там таблички непонятные, это какое-то изучение там материалов, формул и многое-многое другое. Конечно, это так. Есть и книги, есть и схемы, есть какие-то материалы, есть какие-то чертежи, есть какие-то объекты определенные, которые нужно изучать. Но без этой теории, к сожалению, вам будет очень сложно стартовать на производстве. Особенно, скажу вам так, если ранее была так называемая преемственность, да, то есть вы могли прийти в роли молодого специалиста или прийти каким-то работником вообще нулевым и начать обучение прямо на производстве, было достаточно много людей, специалистов, за которыми вас закрепляли, и вы могли по полгода, по году учиться у них уму-разуму. Но багаж теории помогает вам стартовать на производстве. То есть, когда вы приходите с университета или с техникума, естественно, вы себя не считаете суперспециалистом. Да, вы, в принципе, и не есть специалист. У вас целая каша каких-то знаний, вам их напихали, как я говорю, в университете или в техникуме. Вы, в принципе, не знаете, для чего половина этих знаний применяется, что с ними делать и так далее. Но это неплохо. Когда вы приходите в университет, вы начинаете учить все подряд. Вы все берете, учите, изучаете. И когда вы приходите уже к последним курсам вашего технического вуза, то там начинаются лабораторные работы, практические занятия. Да? Это еще не практика. Но это уже углубленная теория, которая помогает где-то потрогать, где-то увидеть. Визуализация происходит, да, каких-то процессов. Возможно, даже вы поработаете за станком. Потом, допустим, рассмотрите какие-то режущие инструменты вживую, на слайдах. Сделать лабораторную работу, рассчитать какие-то режимы резания, и это все вас начнет приближать к реальному производству. Вы, выходя с техникума университета с дипломом в руках, вы, естественно, идете на завод или на какое-либо другое предприятие, и там уже окунаетесь в практику. Поэтому переходим ко второму. Практика. Что такое практика? Для многих понятие практика – это то, что пока ты руками не потрогал, ты ничего не понял. Совсем не так. Если, конечно, ты идешь работать с слесарем механосборочных работ, то, естественно, тебе надо потрогать руками, разобраться, и тогда у тебя дело пойдет. Если ты идешь, к примеру, работать инженерным работником, то потрогать руками тебе все-таки придется, ну, если ты хочешь стать хорошим инженером, но не обязательно становиться, отталкивать какого-то токаря, становиться на его место и пытаться точить. Достаточно просто находиться рядом. Визуализация всех процессов, которые происходят в производстве, к примеру, это могут быть различные виды обработки, металлообработки в том числе, там токарные, фрезерные, сверлильные, там шлифовальные, протяжные операции и многое-многое другое, в зависимости от производства, куда вы попали. И вот когда вы проходите все эти этапы, вы выучили теорию, вы прошли, допустим, на завод, и вы видите, все это визуализация происходит, вот эти знания, которые вам казались кашей, то есть вы приходите на предприятие, вам кажется, да я, блин, ничего не знаю, как мне здесь работать вообще, да? Вот эта вся каша начинает систематизироваться в голове. То есть, когда вы видите токарную обработку, у вас всплывает знание про токарную обработку. Если видите сверление, вы понимаете, для чего вам показывали сверло, для чего показывали вертикальное сверление, радиальное сверлильные станки, для чего вы изучали модели шлифовальных станков, маркировки кругов, когда вы видите шлифование, да? И вот это все становится, так сказать, по полочкам раскладывается, и, естественно, по прошествии многих лет, по моим наблюдениям, где-то от 3 до 5 лет, человек уже становится неплохим инженером, да, то есть специалистом своей
области. Если вы, к примеру, там, токарь, да, или там, шлифовщик, или фрезеровщик, то это может прийти даже и раньше. То есть профессионализм этот может прийти и раньше. Но, опять же, век живи, век учись. Сказать, что вы, допустим, отработав 3 года или 5 лет, вы стали суперинженером, и вам больше не нужна ни практика, ни теория, это не так. Практика, может быть, вам уже и не нужна, но теории полно. На самом деле, если вы хотите развиваться не только в инженерной какой-то профессии, а, к примеру, даже если вы какой-нибудь работник, к примеру, там токарь, фрезеровщик, сверловщик, то вам не мешало бы изучать какие-то материалы и смотреть, расширять свой кругозор. Экспериментировать, допустим, с какими-то инструментами, но это, опять же, если это позволяет вам производство. В большинстве случаев эксперименты все проводят инженерные работники, и обычным рабочим я это делать не советую. Итак, так как все-таки понять, что важнее, практика или теория? Скажу вам так. Пословица, что теория без практики мертва, это то же самое, что и практика без теории не может существовать. Потому что какая бы ни была практика, многие говорят, я нигде не учился, я вот пришел на завод, работаю уже там 40 лет или 50, да, и вот я все знаю. Но все равно за эти годы человек хоть раз открывал какую-то книжку, он смотрел, интересовался, какие режимы резания, он пользовался таблицами для выбора шага резьбы, он что-то делал, какие-то допуски, выбирал посадки и так далее. То есть это тоже теория. И, к сожалению, как теория без практики, так и практика без теории существовать не может. Как считаешь ты, напиши обязательно в комментариях. А я заканчиваю. Жми лайк, подписывайся на канал, если ты еще не в моих рядах. И жди следующих видео. Пока-пока.